Вот запись. Всем. Вот все уже. Лучше только держать надо. Только держи. Люди приезжают частные, поэтому куда в гости. Гости, да, и все остальные. А что у вас по званию старше? Все-таки благослови сказать небольшое слово. Тут обычно владыка сидит, я к нему каждый раз подсказываю. Ну только если небольшое, Бог благословит. Вы такую фуражку видели хоть раз? Я у вас видел. Я тоже уже третий раз вижу. Я три раза был, тоже видел. Все три раза видел. Этот цвет. Коротко скажу. Это для всех народностей, для любой веры. И навсегда. Земля рождается все в крови. Вся жизнь идет борьба. В этой войной площади. Это не важно, это мусульмане, христиане, католики. Все в этом. Дальше. Всем дано думать о горнем, а не о земном. О небе. А третье знают только христиане. 21 глава, 11 стих. Откровение. И видел и великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось и места. Вот это третье. Родился, жил и Божий. Это единственный знак во всем мире, который непрестанно к проповеди призывает. Если какие-то там волны, это значит кладбище Марии, Англия, если звездочки, там Штаты, Америки, если Германия, там черная, русская, там, ну как, желтый спрашиваю, на Украине что означает? Посол? Ну, посол, какой это знак? Здесь конкретно, я родился, красный ювник, а потом не вот так вот, как было там в Парижской коммуне, а именно вверх, вверх, к небу. Еще скажу, я сегодня так сказал коротко. Олег Тихонович, в прошлый раз хотел спросить. Готовился к при... Можно вопрос? Обладите сказать, я всегда говорю об этом. Ну, вы что-то запомнили. Вопрос задают. Вопрос хотел отнести, задать вопрос. Больше. А, вопрос можно, говорю? Можно. Да, и в прошлый раз я слушал, потом думал, надо было спросить. Очень интересно художественная интерпретация, где вы это взяли? У кого-то или пришло откровение? Вот моя любезная жена по заказу шила. Покрыла готовую фуражку. У меня одна такая там и здесь. И при том это абсолютно неопровержимо. Ни один человек в мире не может сказать, что он родился без крови. И никто не скажет, что даже египтяне верили в фараона, все думали в загробном мире. Бог Ра, там проходить какие, тоже мы старше своего рода. Это вот. Об этом надо думать. Я много лет судился, когда освобожден был. А у меня же изъяли, считается, самая крупная фонотека. 50 книг только аудио насчитаны. Потом какие там выборки все сделаны, музыка разбавлена. Государство по тем расценкам мне должно было 11 миллиардов. Я 11 лет шел в суд, это только Бог делает. И решили мою пользу. Не все, конечно. Ну вот, в Барнауле, Ползунова 6, это самый красивый район в городе. 13 соток земли и 2 здания. Мировое соглашение, все утвердили, там у нас храм, в другом месте можно людей принимать, и вместе движем. Это Господь так сделал. А потом нападали разные враги на детский лагерь, я начальник детского лагеря, основатель его, считаю в новом формате уже 48 лет, директор его. Без помощи государства тысячи детей отдохнули. С родителями лагерь был очень необычен. Могут быть родители, бабушки, дедушки. И возрастной группы нету, ну, свой устав был. И когда враги хотели что-то сделать, они приезжали, даже телевидение государственное, там корреспонденты. Я приезжал требовать сатисфакции. Это удовлетворение в обиде. Они уперлись, я подал в суд. А против были там еврейская организация ВНЗ. Это серьезные такие люди. Там профессура какая-то, КПРФ, Алтайского края. Ну там перечислять просто. КГБ. Прокуратура, пожарная. Только в 98 году за 2,5 месяца 15 краевых комиссий. Нефтяные ворота открывали. 2 уголовных дела против меня развели. Все было сметено, как будто никогда не было. Это Бог сделал. Поэтому я говорю конкретно, что если
Бога у Бога угодно, говорит, оно устоит. В Библии написано, не угодно, оно само по себе развалится. Потеряевка маленькая, нет, но мы показали, что в этом раздрае, когда 51 тысяча сел уничтожено, а это государствообразующая основа, мы показали, можно. Так у нас ничего не было. Вот брат сидит один, вот, Игорь Валентинович, и он где там, как называется это? 45-я Мамонтская. А кто там главный был у вас? Степачев Павел. Да. Точно так же, одновременно сейчас же строишь. Сколько у него было грузовых машин? Больше 40. Представьте, это двухэтажные дома, начали строить, он там селился. Ну все развалилось, началось воровство, пьянство, блуд, и все, ничего нету. У нас главная образующая основа – это вера. Батюшка литургию сложил, сложил в комнате, на подоконнике у него весь престол был, пока дошло это дело. А тут первый раз, когда стали служить, а из-под пола росла большая бузина, на свечке, свечки лепили на ветке. И тут же он сидит, батюшка идет в службу, тут синичка долетела, ласточка. И вот помаленьку, и видишь как. Никто не думал, что деревня такой. Думали просто отдельно жить, как ты. Мы были все в палатках, военная большая палатка, мы там, когда летное училище победили, то начальник летного училища, он там проводил занятия. Он там разных этих кителя, там целую машину везли, две или три палатки, большие палатки. Мы там молились. И я все ночно молюсь, только вернулся Евангелие читать. Синичка садится мне на голову. Может, не забирай. Да, значит. И я, пока прочитал Евангелие, ну, поворачивался, она там взлетела. О, знамение какое-то, что там будет. А брат, да что ты? Она говорит, просто спутала. Она думала, что это пень. Это не пень оказался, да. Смотри, я скажу, раз уж о лагере зашел разговор, я отвечаю тех, кто у меня был в лагере, кто не был. А как? Два пункта. То вы внимательно слушайте. Не, скажи, не подумайте, что я подкапываю. Подкапываю. Василий Великий. Со присказкой Великий. Сколько было людей? Василий, я, Ники Великий, там, Пимен Великий. Сколько всего? За 19 лет. Ну, спроси даже Осипа, он не знает. Я занимался «Жития святых», начитал, потом симфонию составил, то все, в печати вышло где-то. Вот когда задают такие вопросы, то Василий Великий, за 19 столетий, ну, 20-м никого не было, 17 человек, запомните цифру, 17. Василий Великий говорит, всякое животное склоняется к пище, и только человек... Только человек, он подносит пищу к себе. А как? Порядок вот такой. Поняли? Дайте-ка ложку где-нибудь. Он значит как? Это на картинах русских, как у Поленова, там у Сурикова. Он берет за край стола, чтобы не заваливался, но кусочек себе подносит. Есть такой фильм, это, кажется, Герасимов ставил, «Тихий дом» Шолохова. Да. И там показано, как они на покосе. Вся семья, все из одной чашки. Я когда... Усиль сейчас стал давно, и первый раз увидел, что каждый едили со своей чашки. Я даже не знал. Я не видал. Итак, запомните хорошо. Дети у меня приехали, сели за стол. В среднем было 180-109. В конце стало меньше. За лето. Наклоняются кто? Пол бы получил и сам себя стукнул. И сколько мы стукнули за 48 лет ни одного? Страх. Сразу дети откинулись. За край стола перпендикуляр, лицо не должно забавиться. Так, Василий Великий сказал, скотина наклоняется, а человек подносит себе. Итак, кто ест, наклоняется в чашку, то, ну, вывод такой. Дальше, читаем книга Серахова. Не стыдись, облокачивали на стол. А я, когда новые люди, смотрю на стол, локти кладет, он не знает. Дальше кистей нельзя. Почему? Стыдись, оттуда голод бесстыжий. Хочешь быть бесстыжим? Нет. Вот в Библии написано. Стыдись, я говорю, блуда и обкрасили на стол. Какая связь между блудом и обкрасили? Да. Ленивый подобен воловому помету. Корова отправилась, лепешка. Другой был орешки какие-то, там орешки или козы. А то лепешка. Я увожу иногда на картину детям. Ну, против рукой. А написано, и всякий, кто прикоснется, отряхнет руку. То есть ленивого посылать ничего не делает. Вот весь ответ, это на Библии говорит. Хотите быть таким? Нет. Все, урок кончился. Садимся за стол. Я хотел сегодняшнюю тему немного продолжить. Когда
гордятся свои. Вы еще... Вам сколько лет? Самому старшему. Мне 82. Примерно так. Ну да. Так вот, вы запоминаете, старайтесь записывать. Я обычно, когда я стоял, и храбрый стоял, и проповеди записывал, порадили, и поэтому такая громадная потеря. У меня несколько каналов в Ютубе. Я не знаю, сегодня что-то с собой уже не нашел, другой костюм надел. На одном канале у меня 22 тысячи роликов и 63 миллиона просмотров. У нас работа идет. Я обычно встаю в 3 часа ночи, а все встают в 4.40. И за это время надо успеть ответить на почту. Новые и новые люди приходят. Откуда, чего, мне не надо даже знать. Мусульмане даже приезжали, крещение принимают. Главное – это проповедь. Слово живое, достигающее сердца. А как узнать? Никак. Ты никак не узнаешь. Почему сейчас Александр Горник говорит, благодать трех видов? Кто скажет, какой? Первое, призывающая благодать, проповедь. Вторая, обращающая, ответы. Третья, освящающая, без батюшки ее нету, таинство. У сектантов первые два отработаны пилигранно. Призывание, обращение людей, наркоманы, кто-то, они бросают все это дело. А благодати вот этой нет. Нет священства и все под сомнением. У православных богослужение по все небесное, неземное. А как туда на небо тянуть те, которые еще не знают? Он стоял. А что было? Понятия не имею. Мы идем с батюшкой. Сколько служил? 52 года уже в алтаря. А что ты сегодня считал? Не знаю. И это не где-то, а в Софийском соборе, в Киеве. Это не один, не два. Придумали слово, я ему не нахожу как преступное слово, экономия, то есть сгладить. Ну, нельзя таким жестоким быть, надо как-то... Вы еще мудрее святых отцов. Правило Василия Великого. 91 правило. Второе. Если женщина убьет младенца в утробе, да будет отучена на 10 лет. Это 4 ступени. Первая за дверями стоит, потом она может припадать, потом плачущая, а потом куб настоящий. То есть 2,5 года она может быть в храме, да и другие, но не крещаться. Это правило. Сегодня сколько приходит? Ну, 40 поклонов там сделай, и все. Златоуст говорит, кто не накладывает эпитимью, а это первые священники, гибнет сам и того, кого допускает до причастия. Это очень серьезно. Вы священником бы считали, сколько 7 слов его освященстве. И просчитаешь, и, а Григорий Богослов что об этом говорит? Еще ничего не знает, и уже священники. Священник, это 6-й Вселенский собор, 14-15 правило. Диаконы не раньше 25, священник не раньше 30. А если дальше? Если дальше, да будет извержен, точка. Крупными буквами, да будет извержен. Слово извержен полезно. Не зверь, то есть упал, убрали. Сидели святые отцы. Ну, на этом было 430 святых отцов. И что, все глупые? А сколько из них канонизированы? Вот читаем мы 6-й Вселенский собор, 2-е правило. И это изрекли трубы Духа Святого. Это дерзновение или откровение? Если Духа Святого, почему в Советском Союзе ни одной книги правил не издали? Священники вытворяли, что хотели. И многобрачных, и стоит монах там с детьми своими здесь, и архиереи, как Денисенко этот, сколько про это писали, Филарет. У Бога все выверено. Если мы, видя, молчим, ну, я круткий такой, как вот священник, ну, никуда нет, лишь бы до дома, там попадя ждет. Я не пойду в такое. 3.18 Иезекииля говорит, если ты видел человека согрешающего, поясняет, какой, и не наставил его, он погибнет, но его кровь я взыщу с тебя. Но если ты его обрещал, говорил, а он не принял, он погибнет, а ты спас свою душу. Не надо эти слова придумать экономию, это безобразие. Вас сколько здесь? Пятеро. Представьте, сколько вы можете сделать. Притом, спроси священника каждого, ты идешь на службу, готовишься? Я не говорю, какие правила высчитывать. Это твоя ночная работа. Я готовился к проповеди. У меня сотни, а в эфире стоит 1300 проповедей, которые сохранились. Каждая там около полчаса. Я думал, что сказать? И сказать прежде, я же никогда не смотрю, что кто-то сказал. Я заново выпрашиваю Бога в молитве. И вот уже вот архиерей приедет, а у меня уже сбилось на 3 проповеди, но я могу сказать только одну. Да и то, думаю, разорву пополам.
Вот я сегодня уже приговорил. Вас коснулось немного? Коснулось. Понимаете, мы встретились, может быть, последний раз или первый. И на суде Божьем вот это заново вся наша жизнь пройдет. Вся наша жизнь как лента какая пойдет. И что мы скажем? Люди обычно как говорят? Детей мало обычно. Как дела? Здравствуйте. А это ничего не значит. Пустое. Мы короткое время встретились. Главный вопрос. У тебя таланты и у меня. Давай поделимся. И мы в два раза больше будем иметь. Если у тебя помидор вот этот, и у меня помидор, мы обменялись, так и осталось. А если у тебя идея, у тебя мысль, и пообменялись уже два, да с этим это уже сколько будет? Мы должны четко понимать, каждый день может быть последний. Я так опасался, что архиерей не приедет. Прямо надоедал. Вот у нас пытание такое бывает. Строго придерживается правила, как князь Владимир, когда принял, и епископ Максим, это Михаил, и с ним еще там было 6 епископов, установили причащаться 4 раза в году по постам. И батюшка это строго держит. А архиерей приезжает, уже было не раз. Недавно только был пост, никого нет. Что такое? В народе называется обедня. Это просто и понятно. Обедня. Присутствует архиерей. И вся служба архиерейская, никого нету, отказались. Вот сейчас батюшка наготовил, я ему пример даю. Все приготовили, отсуетились, сели. Ну, три вот старухи без зубы сидят, больше ничего нету. Если никто из нас не зашел бы. Если мы не приходим в церковь, Иоанн Златоуст говорит, мы повинны больше хама. Хам просто не прикрыл наготу отца. А ты, не идя в церковь, представляешь, листок. Листка нет другого, ты обнажил мать церковь. Какой вины ты повинен? Как он мог находить эти слова? Суббота, нам не принадлежит шаббат. И новозаветие суббота, воскресенье, нам не принадлежит. А чему говорю? То суббота приучить надо, чтобы люди приходили. Без проповеди не приходи. Я слышал одну самую короткую проповедь. Митрополит один, на Пасху. Христос распят. Будем плакать. И повернулся в алтарь плакать. Понимаете, это Бог только может так умудрить. Я на Златоусте 12 томов, я их все насчитывал, они в интернете стоят, как когда было. В среднем у него уходило около 30 минут на проповедь. Переводит с греческого, все это учил, количество букв, с какой скоростью он говорил, примерно, как я ораторов многих знаю. В каждой проповеди он берет выдержки из Библии от 30 до 70. В одной проповеди. И он как интригует человек, вот иногда сегодня в интернете бывает так, как удар задавил слона. Ничего там нету, 3 миллиона просмотров. А нету, я просмотрел, никакого. Он меня поймал на этом, что я... Златоуст вот так интригует, а я знаю, что... А я думаю, что же он придумал? И он дальше берет один из сюжетов. Сегодня я несколько коснулся, а то он меня научил. У меня своего ничего нет. К слову сказать, у меня старший брат был, можно Самуил звать. Он был мастер, даже сам делал магнитофоны и приемники. Конечно, покупал что-то, делал радиоприемники. А я никогда ничего не мог сделать. У меня нет этого таланта. И я печник. 40 лет клал печи, ни одной не изобрел. Но зато те, которые до меня изобрели, я их от точки до точки знаю. И мне кажется, лучше уже нельзя ничего придумать. Ну, простая, кажется, деревня. У вас Библии у всех сегодня продаются. Хорошо сделали в Барнауле отдельная лавка. У меня недавно один из Ирландии, грузин, Вахтанг, попросил найти Библию полную, православную, 77 книг. Я пошел по благословению патриарха Алексея. Она достала, такая приветливая женщина там. Я говорю, еще есть? Есть. Она говорит, второе благословение, другое издание. Я говорю, а патриарха Кирилла? Она получила 4, и все православные. И я свои еще приложил, ну и посчитал, сколько в перевод стоит, отосал ему, он такой, он сразу исчез, и как будто его никогда не было. А книги-то дошли, я теперь, сейчас следить можно, когда отмечены, да, я до конца могу проследить, как она идет. Нету, исчез. Все говорят, да как вот так, не знаю. Он шофером работает, все могло быть. Благослови его, Господи. И только когда стали уже, один другой спрашивает, и вдруг он явился, я в таком месте был, я просто не мог. И то, все деньги, все выслали. То есть надо уметь ждать. Вот Кутузов Михаил Ларионович, он говорил, для нас главное отсидеться. И этого Бородинского сражения с такими жертвами не было. Он все равно бы здесь перенес, сдох и ушел. А у Березина бы мы его встретили полной армией.
Он был Наполеон, может быть, утонул бы там. То есть мы должны из опыта жизни брать не только из Библии, а как это было у святых. Как они наблюдали. Ну, вот все подумают, ну, батюшка живет, вот поп разбогател, смотри, рыба, сетры, икра там черная, белая, красная. У монах так же было. Накормили, а те пошли, когда гости-то, и заблудились. Вернулись, у них на столе заплеснело сухари, как у тебя разница. Они-то это копили, спрятали там в холодильнике, все там. А касалось это так, только для гостей. Так что и у батюшки, когда придешь, он арбуз грызется и главное, я говорил сегодня, это о Духе Святом. Надо ратовать об этом. Как Господи не дальше, в злохужную душу премудрость не войдет. А раз премудрость не войдет, значит нужно жить свято, чисто. Нигде не давать места, что другой дух занял. И ответ давать согласно Слову Божию. Вот батюшки обращаются, я знаю, там все там, такие самые говоры, которые, к слову сказать, недавно мои книги подарили отцу Андрею Ткачеву. И недавно он интервью давал, и мои книги стоят у него. Трехтомник для Слова Божия. Нет, Кристина православия, притом не где-то, а на первом месте. Но они настолько красочные, изданы, настолько стильно, ну, профессионально, что из Америки мне ответили, говорят, у нас Габриэль какие-то не издают. Ну, это действительно так. Много говорят. И что самое интересное, он много говорит, знает там и про Есенина, и там про всех. А тут следующая проповедь выходит и говорит с Библией в руках. Миша говорит, смотри, я, по-моему, от вас получил это. Не знаю, но меня это порадовало. Его проповеди просто резко изменились. Мы когда-то здесь, в Барнауле, было перкальное собрание. Я не знаю, вы были или нет, это уже лет, наверное, 12 назад. И мы около епархии стали, когда был Антоний, кажется, и здесь. И подарили полный комплект. Трехтомник и этот, там, для Слова Божия нет уз. Кажется, 120 священников получили от нас подарок. Вы их вроде попали в это число? Да, попали. Это а сейчас вот еще все к концу пришло. 21 год я вам говорил, наша миссионерская поездка какая. Из Барнаула до Владивостока, а потом до Португалии, Скандинавия, Прибалтика, Турция. И прошли. И подарки сделали 650 библиотек. По ценам книг это 35 миллионов обошлось. И сколько людей обратилось, мы не знаем, но знаем, что это от Бога, это не наше. У меня еще не изданных 7 томов, из них 4 тома стихотворений. Каждый том 800 страниц. Каждое стихотворение 36 строчек, 9 куплетов, 400, и эпиграф из Библии. Примерно 85 появится в интернете, положено на музыку. Я ни одного не могу признать своим. Щербаки сохранились, ни одной помарки нигде нет. Вас спрашивают, а как вы берете? Я просто делюсь с вами. Многие молятся, вот так, как будто строка на молитве. Я не вижу, я чувствую ее. Строка. Я прям на молитве сразу. Ручка у меня лежит, когда я молюсь, тут несколько пачек ручек и бумаги. Первая строчка, все остальные 35 будут записаны в течение там, 3 минут. А что-то можете по памяти прочитать? А? По памяти прочитать что-то можете? Вот автобиографичное. Только внимательно слушайте. Пример к себе своим воображением, все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью, всем хищникам меня сделал мышкой. Не час, не сутки, но сплошная жизнь. На выходе и входе, за обедом, стреляют точно в лоб и давят только вниз. Задача выжить и ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, петля и яд меня не захватили. Враг не достал, истратил всю казну, уверенность пожег, в истерике, в бессилии их измотало. В горных перевалах там свет моей ступени распетлял, по шахтам, гротам, по лагам, отвалам, исследует святых, о ком я насчитал. Мой бег, мое убежище с Давидом, за мной доик, бешеный Саул. Они разведали, что им я мед, акриды и штаб-квартиры избран в Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня гнались до упаду. Я отошел, не досягаем вам. Прощай, земля, азарт, закон, ограда. Мой труд, следы, считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со Златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. Мощно. А другое на море.
Я моряком работал. Рыбацкая шхуна с волнами боролась, стремительно крен возрастал, смятение росло. Но раздался вдруг голос и всех на молитву призвал. Волна через корпус не раз пробегала, был лопасть и виден плавник. Как туша убитого кем-то пинвала, корабль под ударами сник. Остались минуты, а дальше обвязка, объятия холодной волны. Над пропастью мглы с ледяной повязкой, о чем бы подумали мы? Наверное, лица родных и знакомых мелькнут в феерическом сне, на жизненной грани, на жутком изломе, на вечно девятой волне. Иные клянут капитана, стармеха, проклятие всем и всему. Окончена жизненной чаша утеха и брошена разом волну. Когда мой корабль опрокинет пучина, а рот поперхнется волной, дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других я увлек за собой. Это положено на музыку, то и другое поет. Еще раз говорю, это не мое. Ну, представьте, вот Пушкин если пишет, у него там 10 раз перечеркивают где-то. И спрашивает, вот сколько стихотворений. Это за 9 лет написано. Это Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Александр Блок вместе взяты за всю жизнь написали меньше. Это невозможно. Вот у меня 7 пачек с черновиков сохранилось. Каждая пачка 500 листов. Это 7,5, 35 пачек. От верха до низу я карандашом для дешевизны пишу. И ни одной помарки нигде нету. Это с чистого листа пишется. Как, не знаю, а друзья, а про женщин писали? Писал. Давайте. А какое? Ну, вот первый куплет. Я женщинам всем благодарен и вдосталь, которые мимо меня не заметив прошли, взглянули лишь косо, змеёй струились щекосы, занозой в них не вошел и нечего того нашить. Мне тоже есть одно посвященное. Рада, чистая сестра, я на шатком своем табурете, как в кресле, и ум мой блудом не источен, по-прежнему острый. Еще раз засвежишь отцы. На все темы. Вот окно, дом, глаза, уши. На все абсолютно. Сегодня решил выбрать, а не слой, у меня взятый в один файл. Недавно выставили про апокалипсис. 8 лет назад написано, что будет вирус, и люди будут умереть, как мухи. Ну, пророческий стих. Все прямо по интернету, пожалуйста. Ну, она действительно, я даже задрожал, посчитал, как это. Тогда сегодня зарядил ночью, вирус еще есть, еще нашел 10 стихотворений, которые слово вирус, ну бывает вирус интернета и другое. Вот сегодня, значит я скажу, 12 ноября 2010 года я положил перо, сказал, хватит, я умею останавливаться. И больше, как не рвалась рука, уже ни одного стихотворения не написал. А то я видел там памятник Пушкину, бабка какая-то зашла, Александр Сергеевич, строчка исчезла, не могу никак найти. Еще спрашивай. Аминь. Нет. Так, я напомню вам слово экономия. Дорогие мои отцы, выкиньте его, это поганейшее слово. И еще почти такое же по гнусности своей слово «церковлять». Нет этого слова, это сатана придумал. Воцерковлять, а то убить свечку, через какое плечо подать, то другое. Нету, есть рождение свыше. Главные два пункта. Уверовать во Христа. Для крещения нужно только 3 момента. Первое, чтобы человек уверовал, что он грешник. Грешник абсолютно и только место в аду. Я не делал, что другие люди делали. Не убивал, не блудил, но я знал, мне место в аду. Меня нельзя было убить по-другому. Я искал. И, наконец, Библию дали в руки. И в это время я еще не открывал ее. Я буквально вот так. И уже еще полчаса я был другой. Помолился, я встал. Все другое для меня. Бог все снял это. Это нельзя просто так придумать. Уговаривать. Мне дали, а сами обедают хозяева. Через полчаса я был другой. Ну, обычно как говорят? Значит, болел как-то. Не бывает в беде. А верующий умеет подать вовремя это дать, а ты прилип. Поясняю, в это время я работаю на банке. Здоровье 100%, там химикам делать нечего. Дальше. Поступаю в высшее мореходное училище. Конкурс 14 человек, я вас свободно прохожу. Сразу добиваюсь разрешения сдать 3 курса сдать за год. По выбору комиссии на одном из 3 иностранных языков. Какой скажет? Был бы не кочегаром. И в это время, Библию дали, уже на утро весь караван кораблей знали, что Лапкин сошел с ума.
такая перспектива, все дается. А я понял, в душе пустота, я это всегда ощущал. А Христос наполнил радостью, смыслом стяжания Духа Святого. Как мы должны об этом заботиться? Мы приехали сюда, потратились там, ну, усталые, видно, Господь вас даст добро. Вы побыли, обрадовали нас. Валдыки не было, ну, 4-то по 1 стоят. Нашего нет. Десяток, минимум. Вот Владыка увидит это, что скажет? Как ты его оценил? И мои слова тоже про десяток. Так, вопросы ко мне есть? Никак нет. Господи, так, я отвечаю. У меня готовые вопросы, которые 4124. Я на университете, а благодарю тебя, Христе Боже нам, яко насытил еси на земных твоих глав, не лиши нас и небесного твоего царствия. Многие попы среди учеников твоих пришелось и спаси мир даяй. Приди к нам и спаси нас. Благослови Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Цеким. Благословим Бог, милый питана, со своих богатых щедрот, своей благодатью, человеколюбием, всегда, ныне и присно, во веки веков. Аминь.